Областная филармония снова порадовала поклонников творчества североказахстанских артистов. На этот раз в репертуаре солистов и музыкантов песни казахского импровизатора Биржан Сала. На концерте национальной музыки была и наша съемочная группа. Гости торопятся занять места в зале. Сегодня их собралось немало. Повод – очередной концерт Североказахстанской областной филармонии. Он посвящен творчеству знаменитого казахского акына и композитора Биржан Сала. Прозвучат сегодня самые разные песни. Надеюсь, хорошо провести время. Мне нравится творчество Биржан Сала. Побольше бы таких концертов. Думаю, что концерт будет очень хорошим. Свет софитов приглушен. На сцене девушки в национальных костюмах. Это танцевальный коллектив Адемау. Грациозность и пластика движений передавали волшебство танца Той Думан. Так начался этот вечер, посвященный творчеству Биржан Сала. После танцев – песни под звуки дамбры. Это композиция «Аншашу». Ее исполняют 4 дамбриста. Сильные голоса и виртуозная игра на национальном инструменте не оставили североказахстанского зрителя равнодушным. Артистам – заслуженные аплодисменты. А это уже произведение Биржан Сала. Песню о досках исполняет Биржан Езжанов. В этот вечер он исполнил ряд песен из творческого наследия знаменитого казахского импровизатора. Среди них композиция «Темиртас». В то время композиция «Темиртас» была настоящим хитом. Несмотря на то, что Биржан Сал посвятил эту песню своему сыну, таким образом он еще и передал переживания казахского народа. Прозвучали в этот вечер и такие песни, как «Жалгыз Арша», «Абазым», «Он Саусак». Североказахстанцы их знают, а потому аплодировать не переставали. Поддерживали своих любимых артистов. Денис Сивков, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК.